ноябрьске завершился региональный медиафорум, приуроченный ко Дню ямальских СМИ. Его участниками стали более 160 человек, представители окружных средств массовой информации, а также органов исполнительной власти и местного самоуправления. В рамках форума традиционно прошло совещание руководителей СМИ, мастер-классы и разбор конкурсных работ. А главное событие медиафорума – церемония награждения лауреатов премии «Летящий голубь». Победителей объявили в 15 номинациях. Издательский дом «Благовест» тоже участвовал в конкурсе и завоевал «Летящего голубя» за лучший радиопроект. Гран-при фестиваля достался газете «Правда Севера» из Нового Уренгоя. А значит, следующий медиафорум пройдет через 2 года в газовой столице округа.